Шаг за шагом к благоустроенному городу. В среду в мэрии общественная комиссия отобрала проекты, которые в 2018 в рамках программы «Комфортная городская среда» за счет федеральных средств могут сильно преобразиться. Итак, за 30 дней от горожан поступило 26 заявок. 8 из них соответствовали всем требованиям. А именно, заявка составлена по форме, а сама территория по результатам инвентаризации прошлого года вошла в перечень неблагоустроенных. Площадь Ленина у нас соответствует всем, попадает в перечень неблагоустроенных. Красная Талка, мемориал, также имеется под номером 18. Сквер Семейный. Из 8 объектов комиссия остановилась на 5. Лидеры этого года – одна площадь, площадь Ленина, 2 берега, правый берег Уводи, пешеходного моста на улице Калинина до Соковского моста, и участок реки Талка, ограниченный улицами Свободы и Шувандиной. 2 сквера. Троицкий, территория на пересечении проспекта Ленина, улиц Почтовой и Жарова. И последний сквер – Введенский. Он расположен у дома 29 по улице Громобоя. Со следующей недели начнется народное голосование. В этом году, соответственно, наибольшее количество голосов за заявку и присваивается порядку номер 1. Чуть меньше голосов проголосовало номер 2 и так далее. И, соответственно, в рамках тех средств, которые нам доведут по этой программе, мы будем уже смотреть, какие мы сможем реализовать. В том году мы смогли реализовать 2 объекта. В этом году получится 2 – хорошо, получится 3 – еще лучше, получится 4 – еще лучше. Кроме того, до 1 марта будут разработаны дизайн-проекты всех 5 территорий. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.